снова забегает Кришета. Шатов и Радон наконец-таки! Наконец-таки ему навесили на голову! И сделали это точно! О чем мы молили весь матч? Иначе зачем его выпускать на поле? 1-0. И счет по сумме двух поединков сравнялся. Задача еще не выполнена на 100%, но уже гораздо веселее. Сиелис проиграл эту борьбу, и молодец Шатов, что исполнил этот точный пас, сколько он примеривался в этом матче.